Страх смерти – совершенно нормальный инстинктивный страх. 100% людей на планете изначально боятся смерти. Если бы мы с вами не боялись смерти, может быть, мы бы бесстрашно переходили улицу на любой сигнал светофора. И это было бы опасно для жизни. Я бы задала немножко другой вопрос. Как мне быть со своим страхом смерти? Если он на уровне инстинкта, то это очень хорошо. Он охраняет меня, он охраняет вас от каких-то неразумных поступков. Но если этот страх смерти уже зашкаливает настолько, что не дает вам жить, что вы превращаетесь в такое параноидальное существо, которому трудно выйти из дома, то со страхом и с глубиной этого страха можно работать с психологом, с психотерапевтом, либо искать те способы, которые вам помогут в альтернативных методиках. В частности, регрессия прорабатывает страх смерти в том моменте, что вы узнаете о жизни своей души, которая не имеет остановки. То есть смерть, как физическая смерть, получается всего лишь переходом. Но мы сейчас с вами уйдем в глубину философских исследований. Со страхом смерти стоит поработать в два пункта. Первый – померьте, насколько он большой. И второй – поищите способ, который поможет вам немножечко снизить этот зашкаливающий страх. И я от себя добавлю, что, наверное, все-таки стоит бояться не умереть, а стоит бояться не прожить свою жизнь сполна. То есть можно, да, спрятаться, побыть таким отшельником в безопасности. Но захотите ли вы этого, когда придет последний год вашей жизни, когда вы будете оглядываться на всю жизнь? Посмотрите фильм «Достучаться до небес». Он как раз об этом.